Ульяновские воспитанники Центра интеллектуального развития завоевали весомые награды. Они отличились в Сочи на Всероссийской олимпиаде по ментальной арифметике. Ее участниками стало 150 юных россиян, которые умеют считать в уме быстрее калькулятора. К ним подключились дети из стран СНГ и Объединенных Арабских Эмиратов. Но высокая конкуренция не помешала 12-летнему Матвею Горявину продемонстрировать свои способности и стать суперчемпионом. На выполнение задания давалось 10 минут. Из 40 участников подростковой номинации лучше всех с заданием справился Матвей. Поначалу руки тряслись, а потом привыкаешь. Буду дальше добиваться успеха. Переходить на трехзначный, четырехзначный. Я сам замечаю свой успех. Когда я начал заниматься ментальной арифметикой, я начал быстрее решать задачи. В основе ментальной арифметики лежит техника устного быстрого счета. Вначале дети считают на абакусе. Так называют специальные счеты, в работе с которыми задействованы обе руки. Таким образом тренируются оба полушария головного мозга. Следующий этап – это представление образа абакуса в уме и перекидывание косточек в своем воображении. Дети доходят до такого уровня, когда счет становится на уровне, как его называть, скорости света, когда дети очень быстро-быстро считают, это незаметно. Это незаметно ни по рукам, ни по глазам. Просто диктуя пример, дети сразу называют ответы. У Матвея были младшие товарищи по команде. Это двое 5-летних ребят и 8-летняя девочка. Юные воспитанники центра также вернулись из Сочи не с пустыми руками. Они завоевали кубки размером меньше, чем Матвей. К ним полагались и дипломы соревнований.